Осенью 44-го года на фронте появился Як-9У улучшенный, на котором деревянно-полотняную обшивку фюзеляжа заменили на дюралевую. На некоторых Як-9У пулемет заменяли на еще одну 20-миллиметровую пушку. Самолет получился удачным и по мощи огня, и по летным качествам. Як-9У мог буквально летать кругами вокруг Мессера или Фоке-Вульфа. За 2 месяца боев пилоты на Як-9У уничтожили 28 вражеских самолетов, потеряли всего 2. В воздушных боях 43-го года было завоевано стратегическое господство в воздухе. Теперь сухопутные войска и флот могли более результативно решать свои задачи. Германским ВВС был нанесен такой мощный удар, после которого они оправиться уже не смогли.